Сейчас стоп-старт делаю. Где у нас там схема, где что? Блять, камера упала сейчас. Пока мотал первый раз ее. Злополучные подушки, которые вчера шестигранник накрыли вот на вот этой вот ручке. Ну все. Что там, сюда я все прикрутил, короче, сюда я все прикрутил. Так. Нужен второй волосатый мужик, судя по схеме, как бы, но второго волосатого мужика нету. Ну тут первый тоже с короткими, а второй чисто говнарь волосатый. То есть обычный, как бы, без волосы заменяет двух по ходу дела. Вот. Короче, погнали. Это с той стороны должна быть, здесь попонятно, короче. Я примерно помню уже, что почем. Анси поддержал ваш канал на сумму 555 рублей. Поздравляю с находкой. Ну, с Богом, дальше собирать. Удачи, Серега. Спасибо, пацаны, спасибо, Анс. Но, ну, я сейчас не буду никого вносить поддержку. Почему? Потому что сбор идет. Вот он, вот он. Вчера затерялся, подонок. Фух, что надо-то мне? Так, кстати, вот кому интересно смотреть мои шаги, как бы вот схему вчера кто-то скидывал в онлайне, да, здесь все есть. Блин, а почему рестрим на Twitch не идет, а? Сейчас проверю. Кстати, надо переименовать, ребят, я ж не переименовал, что диван собираю. Вин, да. Просто, бля, ничего не знаю, ребят. Звоню по телефону, короче. Если забрать не сможешь, звони по телефону. Запись, да будет запись, я думаю. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас... А, вот, все. Как бы здесь мне не ошибиться. Хотя она, в принципе, однотипная с двух сторон. Это хреновина. Вот. Так, здесь все вроде нормально. Все, теперь эту шляпу надо прикручивать, короче. Как раз таки вот тем шестигранником, который весь процесс затормозил. Вот такими, которые на болты шляпку. Все, шестигранники сюда буду к коврику класть сегодня.
А, все, понял. Нет, сначала... А нет, сначала вот эту надо прикрутить, а потом уже к той прикрутить. Все понятно. Так, здесь куда? Два вниз, два вбок. Бля, вот тут, конечно, проблема в том, что одному тяжеловато попадать, конечно. Короче, фонарик, кстати, пригодится мне, потому что так, чтобы жало все это подгонять, как бы надо видеть, куда там что упирается, не упирается. Так, один попал. Второй попал, что ли? Неужели? Попало, попадало, обошло. Так, ну что-то, блядь, криво там как-то резьба. Прикрутим. Смотрю, что здесь что-то ни хрена не попадает сбоку пока что. Что-то там сбоку попадал, у нас сначала все здесь прикрутить, а потом уже там прикидывать. Боковые в какую? Чарлик сегодня косячил на улице. Пришлось подраться с ним мне немножечко. Так ему хать, хать. Все нормально. Хрена не вкуриваю, что-то я. Здесь вот вбок. А, все, теперь вкуриваю. Здесь вот еще вбок.
ноутбук. Так, короче, надо это сначала, да, сюда забомбить, чтобы он пониже стал. Так, здесь добьем. Фу, теперь боковуху надо, блядь, сделать, короче. Сложность единственная в том, что как бы со вторым человеком он там может подрегулировать, чтобы ставить болты первый раз, как бы, да. Одному тяжеловато это делать. А, вот, все нормально. Наверное, изменилась высота немножечко. Так, сейчас подкрутил вот эту. Да, все заходит. Просто понять надо было, просто действительно эту первую застегнуть просто.
кажется, и все. Я правда. Нижний что-то хз. Положить туда надо. Держать рукой неудобно. Скоро у тебя будет опять трамплин, чтобы на окно самому запрыгивать. Понял меня? Гусь. А, гусь. Дождь поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Мы с ребятами решили, что тебе нужен новый компьютерный стол, и это первая соточка. Че вы там решили? Компьютерный стол? Да это стол школьный, ё-моё, вы чё, гоните? Это чисто по скиллу стол. Удобнее его не бывает просто, столов. В плане высоты и т.д. Я за ним, наверное, уже лет 15 сижу, поэтому как бы нового не надо. И столько точно такой же, но новый. Чтоб по приколу на стриме собрать. Так, ну все, перетягивать не вижу смысла. Теперь надо здесь прикидывать, чтобы вот здесь вот все зашло мелким шестигранником, походу. Надо делать.
Рафаил подчеркивание ТВ поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Поддерживаю уважаемого по поводу стола. Новый стол плюс к скиллухе. Сюда верхняя заходит, а нижняя, например, что-то ни хрена не заходит. Все, здесь все. Так, теперь надо вкрутить ножки, типа в каждый момент. Потом вкрутить какие-то шляпы непонятные. Так, нужно ножки правильно вкрутить, только самое главное.
А сюда. Раз, два, три, раз, два. А, все ясно, она просто же двухсторонняя козетка-то. Оранжевую отвертку я не наблюдаю. Почему-то. Где оранжевая отвертка теперь? Так, куда-то. Куда-то. Стопудово сейчас маме позвоню, она куда-то унесла, наверное, ее сейчас. Погодите. Вот она, отвертка лежит, все, я нашел. Так, нужно поднять. Так, вот он стоит. Все, здесь-то элемент понятно. Прикручивается все дело. Четыре болтика мне надо. Нахрен эти штуки нужны-то? А, понятно, за нее, наверное, это будет выдвижная часть цепляться. Ну да.
Лупавертом, конечно, побыстрее бы было, но так зато по жестяку и прикольнее. Так, ну что, все, последний Кусман остался. Вот этот вот. Надо на него прикрутить эти колесики сейчас. Угу. Угу. Ну все, практически все уже. Так, привет, экстрасел. Ясен пень. Несмотря на то, что на стриме аудитории кому за 30 много, вот, но много ведь и человек руки пенисы есть, поэтому очень интересно посмотреть, как люди дело делают. Если не вчера, конечно, пропавший вот этот вот шестигранник бы, так вообще бы уже бы собрано все было бы. Какую ногу центральную перекрутить? Зачем ее перекручивать? Дня собираю, да, со вчерашнего дня так и собираю. Что же я интересно делал? Иди лучше подрочи пока, посмотри порнушки какой-нибудь, не пиши всякой хрени. Ну, момент, как шестигранник нашел, я выложу, вот. Короче, этот, как его, там 2 минуты. Так, накрай, ставь его назвать, здесь не надо ничего накрай ставить, здесь все как есть, как бы нормально. Пару часиков отдохнуть. Как раз к турниру закончится. Хотя турнир уже через 40 минут. Ладно, давайте прикручу, что-то я уже все мог бы прикрутить. Смотрю в чатик, туплю как бы. Вот это лишнее время. Один бы собирал, побыстрее бы было, конечно. Ну так веселее зато.
все, в болтам все точно выходит как надо. Ну все, катки все. Осталось две детали и четыре болтика маленьких. А это штуки, которыми будут они вот так вот сюда попадать. В эту хрень. Так, куда я вкручивать только? Так, не так, а все понятно. На внешней стороне, понятное дело. Все понятно. Так, и да вот хорошо, что здесь мало всяких болтов. Помню, мы с Саней, с Гарычем собирали. Ну, там не диван, я не знаю, такая с выдвижной штукой, без всяких спинок. Не тахта, как я забыл, как называется она, короче. Вот, она как бы простенькая такая за 10 тысяч, но... Ну, как бы,
там столько крутить было, что, блин, у меня мозоли просто на ладошках везде были с непривычки. Ну, точнее, мозоли, а мясо такое, кожа убралась отсюда, и на следующий день было тяжко себя мясом крутить заставлять тоже. Ну что, братан, уже готов влезть на диван. Раньше Чарлик как бы с дивана на окно прыгал, как с трамплина со старого. Ну вот возвращаются те времена, да, когда не надо подсаживать. Помнишь, как прыгать-то, братан? Помнишь по-любому. А, ты на окно и просишься, ну давай. Оп, иди, иди, полежи. Молодец. Ну все, теперь надо собрать, получается. Давайте так, нужно диван опустить сейчас, эту хрень надо убрать куда-нибудь. Эту шляпу тоже надо убрать куда-нибудь. Провода мои, всякие пакеты. Шестигранники и так далее. Я как бы, конечно, опускать его вдвоем бы надо, потому что ножки, они такие хрупенькие по виду, судя. Все правильно, ножки стоят, что ты мне рассказываешь? Он по схеме все, я же скидывал схему. Вот, пункт 16 здесь вот. Точнее, 16-я страница получается, наверное, это или что это? А нет, пункт 16. Страница 25 у меня. А, вот второй, ниже надо искать, страница 25, да, 16 на 25, короче, это ниже надо промотать, два так, все правильно, ножки правильно, вот. Так, вот мне надо максимально сюда отодвинуть, чтобы опустить. Thank you.
Ну, а теперь вот эту хреновину надо вставить. То есть все надо под углом так засунуть, и все получается. Победа, шестигранник нашелся, и все сделано. Вот. ГГшечка, ребят, ГГшечка. Новый счетчик на стол вам запилить? Не, пацаны, какой стол-то? Стол меня устраивает вполне. Вот мне нужен новый телефон, это да, как бы. Вот. Ну что, как выглядит-то все это? Вот так вот это выглядит. Сейчас еще раз в схему посмотрю. А! Еще не все, ребята. Я вспомнил даже без схемы, что в схеме было вот что. Так. Раз. А вот на подушечке к дивану можете закидывать, короче. Вот. Теперь точно все, как бы. Сейчас попробую работать здесь. Оп. Все работает, все нормально. Ну что, там револьвер строит мутку. Она не туда полетела. Вот. Сказка о потерянной мутке с дивана теперь может быть, например. Ладно, ребят, все, короче. О, еще и в ПВ время есть поиграть. Вот. Делаю стоп-старт. С диваном закончено. Поддерживайте меня и мой канал. И, возможно, будет еще как бы что-нибудь такое на стриме происходить. Только вот я думаю, что надо поближе к окну все это поставить. Сейчас я сниму вебку заодно. Покажу вам Чарлика. Давай. Ножом руку не пильнуть бы, главное. Вот. И теперь смотрите. Хопа. И пацан-то может спрыгивать просто спокойно. Да, братан? Все, теперь у тебя есть лаз новый. Опять же. Так, ладно, оставлю с переходником камеру тогда. С USB-шным не буду запариваться пока. Все, ребят, стоп-старт делаю, короче, сейчас FP, SGL в 14.00, я думал, что не уложусь, на самом деле, судя по всему, если бы шестигранник вчера не пропал, то, ну, вчера бы я очень быстро с этим разобрался, кстати, могу вам показать. Так, шестигранник, вот 2 минуты, смотрите. Ребят, я нашел шестигранник, это просто прикол, короче. Вот вчера, в принципе, чтобы вот не выкладывать, да, лишний, может быть, будет в этом вводе, как бы, окончательный, бонусом будет. И реально, как говорится, самое простое, где он мог быть в натуре, вот, это вчера.
Короче, вебка криво висела. Как... маленько. Вот, смотрите. Вот он был вот здесь, вот на ручке кресла. Здесь стоит кресло, на нем лежали подушки. Вот тут вот лежал. А он лежит на ручке. На нем подушки лежали. Вот так вот. Кто был здесь терпелив, тот увидел нахождение шестигранника, короче. Теперь я надо подушки... обмыть с кресла, поднимал реально два раза. На ручку кресла не смотрел. Бывает и такое, что тут говорить. С этим моментом разберемся. Оп. А, все, уже камера туда не показывает. У меня тут просто лежит бутылка белой прозрачной жидкости в столе. Как вчера мне случайно что-то перепало. Короче, ребят, смотрите. Первая попытка, сейчас будет первая попытка братана, походу, прыжка сюда. Вы ее застанете, исторический момент. Чалик, прыгай. Не бойся. Иди сюда. Ну давай, что ты боишься? Непривычно на этот прыгать? Ну давай, что ты? Давай, 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 давай. Иди, иди сюда. Да не бойся ты, иди ты, ё-моё, чё ты? Ну вот уже просто прошло много времени, он не прыгал никуда, как бы, побаивается. Давай, 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 иди ко мне. Иди ко мне. Давай, 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 давай. Ты тут сантиметр прыгнул, Чалик, чё ты прикалываешься, что ли? Давай. Не бойся ты. Давай. Давай, давай. Вот красавец. Вот молодец. Давай, братан. Ну все, хорош. Теперь назад осталось научиться, да, Чарли? Прыгать и все. Я думаю, он быстро научится, потому что он уже, ну, просто память должна прийти, как бы. Запускаю StarCraft'ик, короче, ребята, погнали. Делаю стоп-старт.